Сотрудники уголовного розыска при силовой поддержке СОБРа Росгвардии задержали 25-летнего жителя города Мытищи в одном из местных хостелов. Его привезли в Рязань и передали следователям. Мужчина задержан по подозрению в нападении, совершенном ночью 16 сентября. По предварительным данным, мужчина нанес 26-летней женщине, ее 69-летнему деду и 5-летнему ребенку колото-резанные раны и скрылся. Пострадавшая обратилась в полицию. Лишь благодаря своевременно оказанной квалифицированной медицинской помощи потерпевшие, которые получили тяжелые травмы, остались живы. Благодаря грамотно спланированным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям злоумышленник был задержан по горячим следам на территории Московской области. В настоящее время ему предъявлено обвинение в покушении на убийство троих, в том числе малолетнего. Как выяснилось, мужчина приехал к Рязанке около 2 недель назад, чтобы жить вместе. Позже подозреваемый рассказал о случившемся. «Точно не помню, кому сколько», – ответил он на вопрос о количестве ударов. Судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.